Скафандр. Современный космический скафандр представляет самый маленький автономный космический аппарат, защищающий человека от неблагоприятных для него факторов внешней среды. Он состоит из многослойной оболочки из пластичного материала, не затрудняющего движение космонавта, и прозрачного шлема, снабженного фильтром для прямых солнечных лучей. В ранце скафандра размещается запас кислорода, устройство регенерации воздуха, автоматического регулирования температуры, влажности и вентиляции. Скафандр оснащен средствами радиосвязи с космическим кораблем, а также специальной системой для контроля физиологических показателей космонавта.